В поселке Земляничный Барышского района идет строительство нового производства по переработке древесных отходов. Из лесных опилков будут делать углеродистый порошок. Из него на предприятии будут делать древесный уголь. Также будут реализовывать и сырье, которое применяется в медицине и металлургии. Продукцию будут поставлять как на внутренний рынок Ульяновской области, так и за пределы Российской Федерации. На выходе получаются обожженные опилки. Далее они подаются так называемый отстойник. Они маленько должны остыть. И путем брикетирования различных фракций на выходе получается продукция. Само производство почти полностью будет автоматизировано. В основные функции сотрудников войдут подача сырья и проверка оборудования. Общий объем инвестиций составил 35 миллионов рублей. А на завод готовы трудоустроить 8 человек. Как сообщают в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области, в рамках инвентаризации древесных отходов зафиксировано более 400 несанкционированных свалок. Именно поэтому для региона очень важно вводить цикличную экономику на все деревообрабатывающие предприятия. На сегодняшний день на территории Барышского района мы видим полный цикл глубокой переработки древесины в рамках работы арендатора Ульяновской области. Мы видим, что арендатор занимается непосредственно работой на делянках. В последующем мы видим полный цикл работы по переработке древесины. И на сегодняшний день арендатор готовит предприятие по глубокой переработке отходов. Как подчеркивает министерство, барышское предприятие – пример, к которому должны стремиться арендаторы Ульяновской области, так как данное предприятие является градообразующим предприятием для муниципального образования Барышский район. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Управда ТВ.